Запорожская область поднялась с последнего места в рейтинге развития регионов Украины. Если по результатам прошлого года регион значился в аутсайдерах, то теперь показатели значительно улучшились, рапортует местная власть. Чем еще можно гордиться на итоговой пресс-конференции уходящего года, рассказал губернатор Борис Петров. Для кого-то Новый год начнется с новых надежд, а для кого-то с новых разочарований. Части запорожских чиновников впору паковать чемоданы и искать новое место работы. Слухи о сокращении аппарата облгосадминистрации ходили давно. Теперь установка по оптимизации на следующий год ясна. Президент ставит задачу уменьшить в 2 раза. Не за один раз, не за один, наверное, год. Тем более мы понимаем, что сокращая персонал, мы должны выплачивать большие выходные пособия, это тоже нагрузка на бюджет. Получается, чиновников сразу не уволят, дороже себе выйдет. Зато рейтингом гордиться можно. Теперь мы не замыкаем список. Область поднялась в рейтинге региона с последнего места за первый квартал. И сегодня мы опережаем по темпам развития 16 областей Украины. И это наша общая победа. Рейтинг областей составляется из множества показателей. Основные из них – это реальная экономика, объемы и динамика промышленного и сельскохозяйственного производства. Это строительство, реальные инвестиции, потребительский рынок. Также учитывали бюджет области, уровень безработицы, преступности и долгов по зарплатам. Всего учитывали 38 показателей. Правда, если политики гордятся рейтингом, то люди на себе его показатели не ощущают.